что вы так тепло воспринимаете сарказм. Сегодня будет и лирика, но она будет позже. А сначала еще немного сарказма на тему социальных сетей. Это стихотворение я написала по истории одной моей подруги. Она была влюблена в одну блогершу, не буду говорить ее имени, и однажды она встретилась с ней в одном общественном месте. Это произвело переворот в ее сознании. И следующий, наверное, месяц она ходила и всем это рассказывала так, что она просто всех уже замучила. Ну, я написала об этом стихи. Это высокая поэзия. Да, у меня много высокой поэзии. Это поэма. Ну, чувствуете, да, как, насколько высоко? Поэма бьюти-блога. Да, sorry, Sims, to be the hardest word. Любовь в пространстве соцсетей не требует свиданий. Я поклонялась красоте одной прекрасной дамы. Я мать, невестка и жена, и некуда деваться. Но у меня была она, богиня мотиваций. Я изучала, не дыша, ее любую фотку, когда качала малыша и чистила селедку. Мне снились новые посты прекрасной королевны, где были волосы густы, а кубики рельефны, а бюст подтянутый упруг, ну просто ангел с нимбом. А рядом чувственный супруг, всегда готовый к снимкам. Мне вдруг открылся новый мир любви и ароматов, где мой божественный кумир кровь превращал в помаду. Я так была поражена масштабу новых истин, что все скупила, что она советовала в инсте. Косметики на 1100. Я делала репосты, я намекала: «О Христос, взгляни, я твой апостол, дорогу укажи рабу, о, многорукий Шива». Я даже наколоть губу сознательно решила. Хоть муж сказал мне сгоряча, что я реально дура, я ожидала у врача заветной процедуры, стояла молча у окна, и вдруг открылись двери, и в коридор вошла она. На каблуках и в перьях, в колье из розовых камней, румяная, как пряник, она была по пояс мне, с ногами и с кудрями. Такой вот маленький божок, худющий не на шутку, она смотрелась хорошо, но в то же время жутко. Отважно прикрывая стресс, загаром цвета кофе, она несла свой модный крест на модную Голгофу. Во лбу звезда, в груди броня, на голове мочала. И в этот миг она меня реально прокачала. Я взмолилась: «Отче наш, какие муки, отче! На что она обречена с утра до поздней ночи светить? И от дыхания дня вся жизнь сплошная месса. И это все ради меня, чтоб мне оставить месседж, чтоб мне сказать: давай, держись. Ты женщина, ты сможешь. И после родов будет жизнь, и будет жизнь моложе. В твоей руке, в твоей ноге магическая сила. Верь в Ристилайн и в коллаген, и будет жизнь красивой. Верь в моду, в спорт и в худобу, уже не будет хуже. И можешь наколоть губу. Для веры, не для мужа». Несовершенна наша плоть,
Несчастные люди боги, но надо верить, раз Господь придумал бьюти-блоги. А мужчины, я понимаю, что вы хотите уйти.